Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Вы смотрите видеообзор трехкомнатной квартиры в Металлургическом районе. Этот видеообзор я снимаю для своей коллеги, партнера по агентству Александре. Она взяла эту квартиру на продажу, и для того, чтобы вам была понятна планировка, а также состояние квартиры, я снимаю данный видеообзор. Досмотрите его до конца, и вы узнаете обо всех потайных углах этой квартиры. Итак, я вот сейчас нахожусь на балконе, но хочу начать со входа, чтобы вам была понятна планировка. У нас очень много сегодня актеров. Да. Вот, значит, здесь вход в квартиру. Мне очень не понравился подъезд. Это ленинградский проект, тут есть лифт. Но вот эта вот лестница прикольная, с таким пролетом. Вот квартира находится на 5-м этаже, по улице 50 лет, ВЛКСМ. Это достаточно близко к выезду. Хороший большой двор. Вот тут металлическая дверь один. И еще деревянная дверь. Вот, над входом есть антресольный шкаф. Вот, ленинградский проект отличается своим санузлом и расположением комнат. Вот эти вот помещения, это ванная и туалет. В ленинградках они всегда так, что в пятиэтажных, что в девятиэтажных. Вот, тут получается стояк канализации чугунный и металлические трубы. Установлены счетчики. Вот в таком состоянии санузел. Тут получается у нас ванна. Да, ванна не очень большая. Где-то здесь на 1,5 метра. Чугунная ванна. Ну, кафель есть. Все есть. Тут у нас вход на кухню. Кухня квадратов 6. Получается, тут у нас гарнитур. Евроокно, окна во двор. Такая кухня. Так, идем дальше. Это зона прихожей, из которой вход в первую спальню. Вот, это спальня около 10 квадратных метров. На полу паркет. Здесь тоже есть евроокно. Вот это получается у нас вход в гостиную. Гостиная проходная, она большая достаточно, я думаю, около 22 квадратов. Тут два окна, это, значит, окно и вход на балкон. Тут есть, получается, антресольный шкаф тоже, система хранения. Тут, в принципе, хорошее жилое состояние, обои на полу, линолеум. И выход на балкон. Большой балкон, полностью остеклен, подоконник с выносом. Вот, все хорошо это здесь. У нас во фруктах. Это же хорошо. Система хранения. Так, и вот еще одна комната, в которой я начинал. Она тоже около 12 квадратов. Здесь тоже евроокно и остекление балкона с выносом. Вот такая отличная квартира есть в нашей базе. Если она вам понравилась, то позвоните Александре. Ее контакты я укажу в описании к этому видеообзору. Если эта квартира вам по каким-то причинам не подходит, то обязательно подпишитесь на мой канал и следите за новыми обзорами. Быть может, в каком-то из них вы встретите ту квартиру, которую ищете. Спасибо вам за просмотр. Поддержите мой канал лайком и комментарием к этому обзору, понравилась вам данная квартира или нет. Спасибо за просмотр. Ждем вас на показе. Всего доброго и удачи. Да, по поводу цены укажем в описании к этому видеообзору. Спасибо. До свидания.